Здравствуйте. Сегодня я провожу мастер-класс по ретуши фотографий. Максим, покажи людям фотографии. Минимально делаем цветокоррекцию, которая, в общем-то, нафиг не нужна. Минимально ретушируем кожу. И сейчас начинаем делать всякие креативные, интересные эффекты. Создаем новый слой. Заливаем его черным цветом. Уменьшаем его прозрачность, чтобы видели, что происходит. Берем режим выделения, вырезаем, нажимаем Delete, выделяем, нажимаем Delete. Снова, еще раз, и еще раз, и еще раз, и можно еще где-нибудь. И что мы имеем теперь? Очень креативный эффект. Ну все, я не знаю, что больше сказать. Кстати, достаточно прикольно получилось. Сейчас еще где-нибудь надо, надо подбородок ей добавить обязательно. Да. Лучше у себя подбородок убить. Вот этот? Подожди, стой. Во. Что ты делаешь? Извращенец. Ты пидовка, Максим. Ты посмотри, что получается вообще. Теперь мы все объединяем комбинацией Ctrl-Shift-Alt-E на новый слой. Зайдем, например, в Layer, нет, пожалуй, в Image. И инвертируем изображение. Очень интересный эффект мы получаем по итогу. Уменьшаем прозрачность. Вот, что мы имеем по итогу. Очень, очень, очень хорошо получается.